Вас вітає служба інформації Телерадо компанії «Гомель». Студія працює Маргарита Котова. Глядіть у гэтым выпуску. Паланес, полька, вальс. Таленавітыя юнакі дзяўчаты сабраліся на першы абласны навагодні баль. Аб тайне трох жаданняў даведаліся аматары тэатральных прадстаўленняў. У маладзёжным тэатры прэм'ера. Настаўнік гомельскай школы стварыў сценарый для серыялу. Аб чым ён, даведаліся нашы корэспандэнты. А зараз аб гэтым іншым больш падрабязна. Каля сотні юнакоў і дзяўчат з усяго рэгіёна ўдзельнічалі ў абласным навагоднім балі. Мерапрыемства такога фармату прайшло ў Гомелі ўпершыню. Свята адбылося ў грамадска-культурным цэнтры. У чароўнай атмасферы 18-19 стагоддзяў, якую стваралі гукі паланеза, вальца і полькі, побывалі нашы корэспандэнты. Артём и Инна – со Жлобина. Больше 10 годов яны танцуют у ансамбля бального танца «Элегия», а бодва – учатся. Юнак у Жлобинском державном профессийно-техничном колледже, девчина у Белорусском державном экономичном университете. Перед початком балю пара хвалюется. Выступать на святе такого масштаба доводится нечасто. Кажут, что самый складанный танец – паланез. Мы очень рады, потому что бал ассоциируется, ну, с какой-то сказкой, каким-то волшебством. И поэтому мы, ну, конечно же, согласились и очень ответственно подошли к подготовке к этому балу. А какой танец сложнее было подготовить? Ну, наверное, паланез, да, наверное, был самый сложный, потому что мы танцоры, и вальс, полька, для нас это легко. А вот паланез – это… Для нас что-то такое новенькое было. Да, новенькое. Браво, такое. Молодец. И, ну, мы справились. Ну, я думаю, да. Нам очень понравился танец. Самый первый танец – якраз паланез. Один за одним прыгожие элегантные пары выходят у центр залы, а глядачи литерально замирают у захоплении. Сярод запрошаных – старшакласники, навучэнцы установ професійна-тэхнічнай сярэдняй спецыяльнай адукацыі, студэнты ВНУ. Кожны з іх дасягнуў поспеха ў вучобе, творчай грамадской дзейнасці, на спартыўных арэнах, у рэалізацыі значных праектаў. Все наши молодые люди талантливые не только в учебе, в творчестве. Сегодня с отличным настроением, и видно, что они воодушевлены. Конечно, уже ни для кого секрет, что здесь будут и вручены подарки от имени Гомельского облсполкома. Но я думаю, это не самое главное. Самое главное – это участие наших детей, которым запомнится, я думаю, на всю жизнь. Юные дамы и кавалеры опынулись у атмосферы 18-19 стагодзяў, якую передали гуки паланеза, вальса, полькі. Але гэта не просто танцы. Юнакі дзяўчаты, рыхтуючыся да балю, вывучалі гісторыю і культуру тых часоў, калі ствараліся танцы. Падрыхтоўка да абласнога навагодняга балю ішла каля месяца. Агульныя рэпетыцыі праходзілі 2 дні. Месяц уже изучалі движение. А потом приехали, мы с ними соединили, сделали рисунок, сделали линии, диагонали. Вот они с этим прекрасно справились. И сегодня мы еще подшлифовали, еще некоторые моменты отработали, и они готовы показать себя. Областный новогодний баль планируют сделать штогодовым. Ранее такие святы проводились только у Минску. Марина Джалая, Валерий Гапанько, Телерадио, компания «Гомель». Шчырыя дзіцячыя эмоцыі і чакання навагодніх цудаў. Сёння ў кінатэатры «Мякалініна» адбыўся ранішнік, на які прыехалі 30 хлопчыкаў і дзяўчынак з Хойніцкага і Брагінскага раёнаў. Мерапрыемства арганізавалі прадпрыемства «Кінатаур» разам з «Гомель Аблаўтатрансам». Якая цудоўная ёлка, а Дзед Мароз будзе, ой, як тут усё прыгожа. Перад пачаткам свята дзеці ў захапленні разглядваюць навагоднія ўбранні фае кінатэатра. Такія мерапрыемствы тут праводзяцца 3-й год запар. І дзяцей запрашаюць менавіта з гэтых раёнаў. Хлопчыкі і дзяўчынкі – вучні малодшых класаў. Спачатку для іх выступаюць з творчымі нумарамі юны артысты з 24-й гомельскай школы. Затым на ранішнік завітвае «Снягурачка». Пасля займальнай гульні, у якой задавальненнем удзельнічаюць дзеці, да іх далучаецца Дзед Мароз. І тут пачынаецца сапраўднае вяселле. Кожны імкнецца стаць у карагод бліжэй да галоўных навагодніх персанажаў, расказаць свой верш, праспяваць. Пасля ўручэння падарункаў хлопчыкі і дзяўчынкі адпраўляюцца ў кіназалу на прагляд мультфільма «Холодное сердце». Какое у тебя настроение, какие у тебя эмоции, чего ты ждешь от Нового года? Жду хороших весельев, жду чудес каких-то. А что ты загадала, можешь нам рассказать? Я загадала себе новый телефон. Новый телефон. Деда Мороза попросила, да? Да. А чего бы ты хотела пожелать своим друзьям в новом году? Здоровья, подарков, счастья.
чтобы все их устраивало, чтобы были чтобы было много денег, чтобы все было хорошо, чтобы были довольны. У понеделок Гомеля Аблаутотранс будет ладить еще одно мероприемство. Оно пройдет для детей из Луковской школы-интернату. 30 выхованцев установы отправятся у резиденцию Деда Мороза у Ляскавиша Петриковского района. На Гомельщине проводится работа по выводе из эксплуатации тепловых сеток, которые находятся в незадовольняющем стане. При этом у домах за бюджетный кошт устанавливаются специальные котлы, которые позволяют иметь горячую воду и обеспечивают жилье теплом. Правда, в некоторых выпадках коммунальникам приходится сутыкаться с непоразумением сбоку насельництва. У ситуации разбирались наши корреспонденты. Эта проблема впервые была огучена 4 года тому, когда жихары Гомельского микрорайона Усходни скардзіліся на низкую температуру у домах. Специалисты причину установили хутка. Теплотраса довжиной крыху больше, як 8 километров, вычерпала свой ресурс. Тепло, якого чакали люди у домах, грело землю на огородах, по якой проходила траса. Для того, как сделать ее капитальный ремонт, пришлось бы эти огороды практически знищить. Потери были большие за счет того, что сети проложены были более 30 лет назад. Теплоизоляция уже потеряла свои свойства. Вот. И плюс за счет частых порывов и утечек теплоносителя были огромные потери. Потери доходили до 30%. Менять теплотрассу не стали. Проблему вырешили иным способом. С бюджету выдатковали 445 тысяч рублей. За эти сроки сделали документацию, набыли котлы и провели работы по их установке. При этом для того, чтобы растлумачить все плюсы новой системы отопления, пришлось провести несколько встреч с насельством. Встречались с заявителями, давали конкретно по всем задаваемым ими вопросам исчерпывающие ответы на всех уровнях. На уровне администрации, на уровне горосполкома, на уровне облсполкома. Галина Олевиченя новый котел установила у себе одной из первых. Потом до ее приходили соседи, цікавіліся перевагами. Женщина ничего не утоивала. Система оказалась сапраўды эффективной и выгодной экономично. В усяляким выпадку коммунальные платы зменшилися, а у квартиры стало больше утульно. Дарэчы, установленные за бюджетный кошт котлы находятся на гарантии. У выпадку некой несправности их отремонтуют бесплатно. Двухконтурный котел, подогревается и вода, и отопление регулируешь, которое тебе надо. Показывает, вот у меня стоит на 40 градусов. Надо меньше, если жарко, я сделала меньше. Надо больше температура, сделала больше. То же самое с водой. Стоит у меня сейчас температура на 39, которой можно помыть посуду. Годится такая вода. Если надо помыться, мы делаем температуру больше. Расход воды стал намного меньше, почти наполовину. Вот. А по отоплению, да, меньше. Стали платить мы меньше. Не намного, конечно, скажу, но меньше. На сегодня так званая децентрализация у Гомельском микрорайоне Усходне практически завершена. Застался усяго один дом. Его владельница живе у Минску. У будинку находится мати. Чому женщины не погаджаются на установку газового котла, не совсем зрозумело. Тем более, что после отключения теплотрассы для обогрева помешкання приходится використовывать газовую плиту, что довольно небезопасно. У отрознения от эксплуатации сучасного котла. Со всей уверенностью могу заверить, что оборудование, которое там устанавливается на сегодняшний момент, соответствует всем мировым стандартам по безопасности. И все те ее доводы, которые она выдвигает против, то есть что это опасно, что это может как-то там возникнуть какие-то чрезвычайные ситуации, это все надумано. Этого в принципе быть не может. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Дорога под контролем. Супрацовники ДАИ совместно с представниками транспортной инспекции провели рейд по контролю за рухом великогрузов. На уездах у Гомель проверяли, ці выконывают водители грузового транспорта правила дорожного руху. Передумовой для проведения комплексных мероприемств стало обновление руху по мосте Парасоша, які размещены на 427-м километре автодороги М8, мяжа Российской Федерации, Витебск, Гомель, мяжа Украины. Нагадаем, на протягу года рух для всех видов транспорта
транспорту тут был заборонены. 1 листопада в эксплуатацию ввели новую конструкцию за место аварийного моста. Рейдовые мероприятия, проводимые сотрудниками госавтоинспекции совместно с гомельским филиалом транспортной инспекции, показывают то, что водители, к сожалению, не все знают о том, что мост уже отремонтирован через реку Сож, поэтому все-таки транзитом проезжают через город Гомель. В рамках мероприятия сотрудники госавтоинспекции напоминали водителям грузового транспорта об административной ответственности за невыполнение требований дорожных знаков. Зараз на уездах у Гомеля установлены дорожные знаки, которые забороняют рух грузовых автомобилей. Однако многие водители транзитных великогрузов протягивают рухаться праз город, чем порушают потребования правил. Я не особо часто езжу через город, поэтому в этом направлении на Россию, поэтому не знал, что мост был отремонтирован, поэтому поехал через город. Там сотрудники ГАИ меня остановили, сказал, что не знал, что мост был сделан, поэтому они меня предупредили и еду дальше. Уже в следующий раз не буду нарушать, буду ехать через обезумную дорогу. Своей присутностью у городе великогрузы створают немалые тяжкости для водителей легковых автомобилей и громадского транспорта. Дяжавтоинспекция нагадывает, что невыполнение потребований дорожных знаков тягнет за собой попереджение альбо штраф у померы до 5 базовых величинов. У выпадку повторного порушения на протягу года водитель будет притягнутый до административной отказности и заплатить штраф от 2 до 8 базовых. Шматфункциональный комплекс с нуля. По управлению внутренних справ Гомельского облвыконкама з'явился уласный фитнес-центр. У церемонии урочистого открытия принял удел наместник министра внутренних справ Александр Барсуков. Об тем, какая масштабная работа проведена, свечат фотоздымки, размещенные на вваходе. Голые стены и горы смети перетворились у комфортные спортивные залы. Кожная из них обсталеванная згодно со специализацией. Фитнес, боротьба, бокс, настольный теннис. Кожный супрацовник УУС знойдзе, як реализовать свои спортивные здольности. Дарэчы, тренажеры белорусской вытворчасці. При их выборы улічвалі меркаванні и заваги своих же спортсменов. Некоторые спортивные прилады по просьбах милиционеров вытворцы удосканальвали. У выніку и технічное оснащение, и микроклимат у фитнес-центры на высоком узроўні. В управлении внутренних справ упэўнены, что спортзалы пуставать не будут. Каждый сотрудник, безусловно, должен быть спортивно подтянутым, заниматься своей физической подготовкой, потому что здоровый человек – это счастливый человек. Вот. Здоровый сотрудник милиции – это не только счастливый человек, но и успешно выполняющий свои профессиональные задачи, поставленные Министерством внутренних дел, главой государства. У войсковой части 55-25 отбылся урочистый ритуал развитания с боевым стягом былого командира Андрея Смирнова. Полковник накированный для прохождения навучания на факультете Генерального штаба военной академии Республики Беларусь. Для удела у ритуалі на пляцы собрался увесь особовый состав части, а так само шановные гости. Проводил церемонию полковник Виктор Жадобин, який принял от Андрея Смирнова командование частью. Перед самой крональной часткой ритуалу слово взял первый наместник начальника штаба внутренних войсков Сергей Грабенников. И он отзначил досягнение и заслуги былого керовника части подчас его службы. Дарэчы, увесь термин склал 2 года и 9 месяцев. Тяжело уходить. Счастлив тот, кто с улыбкой идет на службу и кто с улыбкой идет домой. Вот, наверное, такой период у меня был в процессе службы. Ну, благодаря коллективу, который есть в бригаде, благодаря взаимодействию, которое существует в Гомельской области, вот, наверное, сопоставив все эти условия, служба проходила в радость, а не в тягость. Зараз служба накіровая на адукацыйную ніву. Надышоў час развітання з баявым стягам. На пляцы Андрэй Смірноў стаў на правае калене і пацалаваў край полкі баявога стяга. Завяршыўся воінскі рытуал урачыстым маршам ваеннаслужачых. «Роба Ю» – авторский сериал под такой назвой стартовал у «Снежни». Сценарий для его написал гамельчанин, наставник английской мовы Виталь Петровский. Головный герой роботы – проект отрымался не только забавляльным, але и адукацыйным. Как проходили сдымки стушки, какие возникали складанности, и будет другий сезон сериала, доведалась Вероника Гамзюкова.
Новый адукационный проект існує на двух мовах – русской и английской. Основная аудитория – это країни Западной Европы, США и Канады. Русскомовная версия призначена для Беларуси и наших поудневых соседей. Мета проекта – показать. Для гуманитарных предметов так само можно використовувати роборазпрацовки. И в Беларуси они уже існують. А життявить идею допомагали школьники, которые учили английскую мову побач с механичными помощниками. Я озвучивала английскую версию главной героини – это Валевской. Поначалу мне было очень сложно вжиться в роль, но когда я узнала весь текст, то я поняла, насколько это трагичная история, и мне стало легче. Натура главной героини мне очень близка, потому что я сама очень ранимый человек и чувствительный, я все воспринимаю на свою душу. Я помогала снимать фильм, в том числе финальную сцену. Ну, я могу сказать, что это было интересно. Сложность была, наверное, в том, чтобы подобрать правильный ракурс, чтобы все было красиво, смотрелось. Вот, наверное, это было самое сложное. Но вообще было очень интересно помогать в съемках. Я играл Наполеона со спины. Изначально мне было очень трудно вжиться в эту роль и понять все эти действия и поведение Наполеона во время его войны. И в конце сериала на последних сериях я уже смог осмыслить поведение Наполеона. Я играла роль главной героини, и поначалу это, конечно же, было сложно вжиться в роль, потому что изначально мы с героиней были немножечко разные. Но после того, как я начала дальше проникать в сценарий, узнавать что-то новое, какие там повороты событий были, мне, конечно же, стало это все интересно, стало намного легче вживаться в роль, потому что в дальнейшем в сценарии мы стали с героиней очень похожи. Сценарий для серіалу написав сам Віталь Петровський. Команда робота-волонтюристів, які можуть перемещатися у просторі і часі, вирішає вирятувати Наполеона Бонапарта з рук англічан. Для цього вони знаходять праправнучку Марії Валевської, яка була у близьких відносинах з імператором. Марія у своїм останнім листі Наполеону описує план утека з англійського фрегата. Вона знаходить людей, гроші і способи вирятування, однак не поспіває передати послання. Менавіта гетий ліст роботи у наш час передають дані Валевської праправнучці Марії. Мали серіал у живописних місцях Білорусі, наприклад, на розвалинах Хальчанської сядзіби у Ветковському районі і історичних локаціях за межой. Роботи проходили кожен день на протягу 6 місяців. Здимали на мобільний телефон, для монтажу використовували звичайні комп'ютерні редактори. Таким чином Віталь Петровський хотів показати, що таке кіно зробити може кожен. Треба тільки попрацювати і буде винік. Очень хорошие отзывы мы получили от моих коллег из США, Канады, Франции, Швеции, Испании, Италии и Великобритании, которым я давал возможность для просмотра. Они сказали, что очень интересная разработка, и они будут рады и в дальнейшем, чтобы мы делились с ними какими-то своими интересными наработками. Потому что моя задача, как я уже сказал, это показать странам и Востока, и Запада, что в нашей республике есть тоже какие-то интересные идеи. До речі, для країни СНД і Усходньої Європи проєкт унікальний. Робота виробляють у Канаді, однак там його адукації не використовують. Наступний год Віталь Петровський і його команди запланували здимки другого сезону. У їм розкажуть про історію природи Білорусі. Мета гетої частки – показати, наскільки пригожа наша країна. Серії першого сезону можна поглядіти на особистим ютуб-каналі Віталя Петровського. Вероніка Гамзюкова, Валерій Гапанько, телерадіокомпанія «Гомель». Пригоди з глибоким сенсом чекають юних глядачів у Гомельському молодіжному театрі. До колядних і новогодніх святів тут підрихтували представлення «Три жадання» по мотивах твора Юрія Єлісєєва. По сюжеті «Злая ведьмарка» перетворює дівчину Дуняшу у панурую сову. І вона так і засталася птушкою, коли б їй не допомог дід лісовик. І він підказав, як вернути чоловіче обличчя. Треба першому зустрічному подарити виконання трьох жаданнів. І тоді сова перетвориться назад у юну пригожуню. Глядачов чекає шмат жартов, пісень, танців разом з Дідом Морозом і Снягуркою. Видатний настрой і можливість побувати на Кудикиній горі. Ми хотіли зробити дітям праздник. Настоящий новогодний праздник своєї сказки. І якщо це вийшло, сьогодні перший спектакль, прем'єра, ми будемо щасливі, тому що ми для них хочемо зробити праздник.
Пожелаем хорошего просмотра детям. Пусть они приходят на наш спектакль, сами оценят. Но мы думаем, что праздник должен получиться. И актерам удачи. Новогодние представления спектакля «Три жадания» будут проходить щодня с 24 по 30 снежня. «Белый, як снег». Выстава фарфору открылась у центральной части палаца Румянцевых и Паскевичев. У основе коллекции – посуд, дробная пластика, вазы и годинники. Выстава гармонично дополнила экспозицию «Жилый интерьер» конца 19-го, початку 20-го стагодия. Некольки веков фарфор заявляется вытонченным упрыгоживанием хаты. Гэта адмысловый материал сполучает деликатность с досконалостью. Под прозрыстым слоем глазуры можно познать героя указок в образы людей и живел. Вырабы с фарфору займают значное место в мастацких сборах усяго свету. Выстава «Белый, як снег» стала апошней у юбилейном проекте коллекции музея до стагодия музея. Согреться теплынёй и зачарованием белоснежного фарфору у Гомельским палаце можно до конца студеня. Гэты и іншы новины можете знайсці на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершены. Дякую за увагу и до встречи в эфире.